Оснований менять закон об Институте национальной памяти нет. Об этом заявил министр иностранных дел Польши. Яцек Чепутович считает, что этот документ защищает государство от клеветы. На днях премьер Матеуш Моравецкий записал видео, где объясняет цель изменений в законе. Он подчеркнул, что Польша была первой жертвой Третьего рейха, и главная задача документа – бороться с ложью. Как известно, нововведения вызвали возмущение мирового сообщества. Кроме Украины, скандальный закон осудили Израиль, США, Германия и ОБСЕ.